Добрый день, уважаемые телезрители. Телеканал «Алмазный край» в ближайшие несколько десятков минут предлагает вам погрузиться в тему мотоспорта. В культурно-спортивном комплексе уже не первый год работает секция мотокросса, и ежегодно весной секция проводит открытый чемпионат, где участвуют воспитанники секции. Ну, традиционно открытие соревнований, на котором участников приветствовал руководитель клуба Сергей Владимирович Спицын. Собственно, он и будет сегодня моим собеседником. Добрый день, Сергей Владимирович. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Ну и участников приветствует руководство культурно-спортивного комплекса и компании «Алроса». И вот сейчас мы видим приветственное слово, к сожалению, теперь уже бывшего вице-президента «Алроса» Александра Паршкова. Давайте послушаем, что он сказал участникам. Я очень рад, что могу присутствовать на открытии. Я хочу вам пожелать честной борьбы, отличных достижений, и чтобы в этом сезоне каждый из вас смог поднять уровень своего мастерства на новую ступеньку. Компания уделяет большое внимание развитию мотоспорта, и свидетельством тому является новая форма, новые мотоциклы, которые скоро придут. Поэтому еще раз вас всех поздравляю с открытием и желаю вам новых побед. Ну, собственно, такие обнадеживающие слова. Я думаю, ребята воодушевлены таким вниманием. И сейчас мы предложим вашему вниманию, насколько я понимаю, два первых заезда, да, Сергей Владимирович? Да. То есть все участники у нас были разбиты на две группы. Да, у нас участники были разбиты на младшую и старшую группу. Для каждой группы соответствовала сложность мототрассы. Те, которые способны были выполнять более высокую технику передвижения по трассе, те участвовали в более старшей группе. То есть сейчас нас ждет заезд младших участников, которые выступали в кубатуре 65 и 80, но это машины не высокой мощности для начинающих. Ну да, это до 14 лет здесь участвуют спортсмены. Сколько участников набралось в этом классе, в этих классах мотоциклов? Значит, в этой кубатуре у нас набралось 7 человек, 7 спортсменов. В старшей кубатуре у нас ориентировочно где-то 11 человек. Ну то есть сейчас через несколько секунд мы увидим старт меньшей кубатуры. Здесь, я так понял, вы даете последний инструктаж по старту, по поведению на трассе, как читать опознавательные знаки, сигналы, которые подаете вы, будете подавать вы и ваши помощники. Так, готовность 10 минут, я жду вас здесь на старте. Так, вольно разойдись. Вот тут мы видим, что участники расходятся, идут сейчас за своими железными конями, и через несколько минут будет дан старт. Да, то есть мы впервые, наш телеканал снял в полном объеме два заезда, была использована многокамерная съемка, и посмотрим, что из этого получилось. Так, ну вот сейчас вы видите, спортсмены готовы на старте. Вот небольшие у нас столкновения. Ну, здесь у нас получается три спортсмена на старте столкнулись, небольшие падения были, но это все поправимо, они сейчас встанут, заведут и продолжат дальше. Я так понял, один из гонщиков допустил ошибку, видимо, тронулся. Чуть-чуть он порезче сцепление отпустил, мотоцикл стал как бы бесконтрольно вести себя. Да-да-да, и он ушел как бы из-под гонщика. Да, и он из-под него выскочил. Ну, эти спортсмены у нас занимаются, есть участники, которые первый год занимаются, есть там по два, по три года спортсмен, более опытный уже есть. Есть участники, которые участвовали в чемпионате республики. Допустим, вот Исаков тот же, который там тоже сам участвовал в завале, он тоже как бы является участником чемпионата республики 2016 года. Вот сейчас мы видим, что гонщики едут по несложному маршруту. Основная задача – это здесь научиться грамотно оттормаживаться, вовремя открывать газ, правильно выполнять загрузку мотоцикла во время прохождения поворотов.
правильно выбирать трассу. Ну, я думаю, что сейчас лидеры здесь разберутся. Кому положено быть первым, тот и будет первым. Какой регламент вообще этого заезда? Сколько времени они должны быть на трассе? У данной возрастной группы, значит, 10 минут у них заезд, плюс 2 круга. Значит, сейчас у нас лидерство захватил Дроздов Данил. Он у нас уже занимается 3 года. Значит, в этой кубатуре является лидером. Значит, на втором месте у нас идет Верхотуров Данил. Да, на третьем месте Козлов Роман. Это два спортсмена последних у нас, это новички. Ну, сейчас пока вот для непосвященного человека, как я, видно, что примерно все с одинаковой техникой выполняют и повороты, и прямые участки. То есть скорость у всех приблизительно одинаковая. Просто для этого у нас возрастной группы основная задача – это научиться основам. Вот основам мотоспорта, когда они научатся управлять. Потом мы уже трассы начинаем усложнять, садить их на более серьезные кубатуры, там класс 125. 250. Какую максимальную скорость можно развить вот на мотоцикле на прямом участке вот такой кубатуры небольшой? 80-65. Там скорость в районе, ну вот 80 можно там разбить. 80, кубатура 80 можно развить, ну 80 там, до 90 даже можно развить. Ну на прямом участке, где нету ни волны, ни препятствий никаких. Это то есть на асфальт выйти и развить. Когда вы едете по мотокроссу, по трассе мотокросса, по пересеченной местности, вам элементы не позволят такую скорость развить. Развивает скорость высокую, это только уже мастера, тех, у которых большого... Тут вот получилось падение. Видимо, кто-то допустил ошибку. Значит, не Денис ли это, Верхотуров у нас? 22 номер у нас допустил ошибку. Это Вячин. Ага. У него неправильно он выбрал посадку на повороте. У него занесло заднее колесо. И в то же время Верхотуров Данил тоже вовремя не выбрал необходимую траекторию. Пришлось ему как бы столкнуться. Если бы он выбрал правильную траекторию прохождения поворота, он бы как бы прошел рядом возле него. Это тоже ошибка. Но у нас для этого эти соревнования проходят, чтобы ребята учились, сделали выводы, анализировали. Ну, насколько я знаю, вот именно такие крутые повороты, они иногда используются мотогонщиками для обгона. То есть выбирается другая траектория, более узкая. Ну да, там, в принципе, когда гонщик идет по одной и той же траектории, что и лидер, то практически обогнать невозможно. Так. Потому что нужно быть на две головы сильнее, чтобы по одной траектории обогнать. Это надо как-то его объехать, обрулить и снова выйти на траекторию. Поэтому обычно перестроение идут, если один спортсмен заходит с большого радиуса, то другой с малого радиуса. И выход у них получается как бы вместе напрямую, когда выходят, а только один выходит с большого радиуса, другой с малого. А тут уже зависит от техники езды. У кого опыта больше, мастерства больше, тут обогнать, набрать необходимую скорость для обгона. Ну вот группа держится на небольшой дистанции друг от друга, значит, все-таки попытки обойти. Вот сейчас, по-моему, кто-то предпринимает. Ну вот сейчас нужно тут разобраться. Тот, кто быстрее сообразит. Вот лидер у нас под номером 7 идет, Дроздов. Угу. Он выступает на Кавасаки. Хотя по возрасту он у нас тут один из самых молодых. Ему еще даже 11 лет нету. Учащийся 8-й школы, насколько известно. Да, учащийся 8-й школы. Вообще довольно... То есть несколько человек у вас в секции занимаются из этого образовательного учреждения. Да, потому что школа может гордиться такими ребятами. Да, у нас 8-й школы Дроздов, Верхотуров, Гуль Аркадий, Вячин Данил. Ребята выбрали этот вид спорта. Уже несколько лет занимаются, прогрессируют. Ну и слава богу, называется. Перед тем, как провести эти соревнования, чем ребята занимаются у вас зимой? Есть ли какая-то теоретическая подготовка? Для того, чтобы выйти вот на этот уровень, даже сейчас, в котором мы едут, объем знаний очень большой, они за зиму получают.
и плюс физическая подготовка, как общая физическая, специально физическая подготовка. Там в осенний период они проходят теоретические занятия, сдают зачеты, допуски по технике безопасности. То есть объем очень большой. То есть обязательное знание, доскональное знание матчасти. Да, да. Мотокросс же он вид спорта экстремальный, поэтому. И технический. Да, он технический. Поэтому здесь все надо нюансы как бы учесть. На трассе бывает столько много ситуаций неожиданных. Ребята должны знать уже, что в каждой ситуации, какое решение принимать. Поэтому мы относимся очень серьезно. К технике безопасности особенно. Ребята сами приходят записываться в секцию или все-таки по рекомендации своих родителей, может быть, папа, мама приводит ребят? Обычно они сами приходят. Иногда родители, ну как, по-разному бывает. Некоторые ребята сами приходят, еще друзей своих приводят. Ну сейчас, что можно сказать, все равно как бы желающих как бы чуть-чуть меньше стало. Как платное сделали вот у нас. Мы сами почувствовали, что как бы меньше стало ребят приходить. Вот у нас сейчас, допустим, зимой занимается это ориентировочно 25 человек. Так, ну я полагаю, что этот заезд уже подходит к концу. Как-то изменилась ситуация на трассе. Да, кто лидирует? Заканчиваю. То есть у нас сейчас ситуация на трассе такая. Под номером 7 лидирует Дроздов Данил. Значит, Верхотуров Данил также с 8 школы идет на втором месте. Это у нас участвует, значит, выступает под номером 15. И на третьем месте идет Козлов Роман, школа 26. Значит, номер 13 у него. Вот серьезная конкуренция возникла среди между тремя гонщиками сразу. Интересный момент. Сейчас на каком-то из поворотов будет определяться, ну, кто сильнее из них. Здесь у нас спортсмены некоторые выступают, значит, в основном на мотоциклах японского производства, но есть также отечественного. Но они такие более слабые, ненадежные мотоциклы. У меня возникает ощущение, что вот начиная со второй половины заезда, ребята как-то вот увереннее себя ведут на трассе, и вроде бы даже скоростной режим увеличился. Может быть, привыкли или как-то вписались, вот, изучили, ну, все эти повороты, динамику. Во-первых, конкуренция. Каждый старается показать максимальный результат. Поэтому начинают где-то рисковать, где-то начинают перегазовывать. То есть каждому же хочется прийти впереди своего соперника. Поэтому они начинают больше газовать. Тем более уже когда вторая половина заезда, уже как организм к работе подготовленный, разогрелся, и показывают каждый свою максимальную работоспособность. Ну, я полагаю, что для всех этих ребят это не абсолютно новый заезд, то есть была какая-то практика, они уже побывали на этой трассе, то есть какой-то элемент предварительных, ну, я знаю, что вы делаете разогревочные круги. Вот заезд у нас как раз закончился, сейчас после этого заезда выйдут на старт уже старшая группа. Да, но предварительно мы сейчас посмотрим, какие впечатления и что сами ребята скажут о результатах этого заезда. Мототрассу мы эту делали сами. А вот сошел с трассы, наверное, последний участник. Трасса опустела. Сейчас посмотрим, что скажут нам ребята. Скажи, что здесь в этом виде спорта самое сложное? Вот на что требуется больше всего времени, чтобы обучиться? Локти, прыжки, повороты. Я считаю такое. А почему ты этим видом спорта решил заняться? Не знаю, ну, потому что больше всего понравился. Он более экстремальный, чем все остальные виды спорта у нас в Мирном. А как давно занимаешься этим видом спорта и почему его выбрал? Полгода, наверное.
может, больше. Ну, я выбрал, потому что более интересным показался, чем все остальные. А как оцениваешь этот заезд? Что было сложно? Сложно? Ну, мне было сложно поворот там, который за трамплинами проходить. Я падал там. Заезд нормальный был. Как оцениваешь своих соперников? Сложно ли было с ними бороться? Мне не сложно было. Ты сейчас каким пришел? Вторым. Вот именно что тебе не позволило стать первым? То, что разгоняешься быстро, и тут уже поворот. Ну, скорость надо быстро гасить. Поворот и пролетал. Ну, не успевал это делать. Что здесь самое сложное, и участвовал ли ты до этого вот в подобных соревнованиях? Ну, самое сложное – это вот проходить качку. Качку – это что такое? Вот объясните ли зрителям, которые не знают. Это кучи песка, которые идут подряд, на которых тяжело пройти. Мы услышали сейчас один из профессиональных, наверное, таких терминов, скорее жаргонизмов, да, мотогонщиков, качку или качка. Ну, примерно мы понимаем, что это та самая волна, по которой сейчас поедут старшие мотогонщики в кубатуре. 125, класс 125 и 500 кубических сантиметров. Это самые мощные мотоциклы, имеющиеся в распоряжении мотоклуба. И, собственно, самый зрелищный заезд. Я вижу, что условия трассы совсем другие, другой маршрут у ребят. Да, у них уже более серьезная трасса. Сейчас тут как бы задействованы все элементы. Значит, сразу со старта лидерство захватил у нас Сапрыкин Алексей. Стартовый номер 80. Вот он сейчас как раз преодолевает ту самую качку, вот как ребята говорят. Технический термин у них, это как мобула называется. Для того, чтобы вот эту волну преодолевать. Ага, вот так, тут... вот мы сейчас видели столкновение с баллоном. Ну, это у нас Гуль Аркадий. Не справился с траекторией. Немножко, видимо, вставил на этой волне, потерял управление. Но баллон сделан с таким расчетом, что они не травмируют. Просто баллон вылетел, он поехал дальше. Они являются как бы ограничителями. Ну, то есть никаких штрафных баллов, никаких санкций? Нет. Если он не проезжает за баллон, тогда заезд может даже быть аннулирован. Ага, по правилам. Да, нужно вернуться на трассу, заехать на трассу и продолжать движение. Значит... Сейчас у нас лидер у нас тот же, Сапрыкин Алексей. Работает он в МУАД. Это, по-моему, самый старший из... Нет, самый старший у нас Токарев Алексей. Ага, Алексей Токарев. Вот. Работник предприятия тепловодоснабжения. Да. Сколько лет он уже занимается? Значит, он ко мне в клуб пришел, ему было 13 лет. Сейчас ему 38. 20, сколько там? Более 20 лет. Почетно. Да, да. Пример того, что человек предан. Токарев Алексей у нас своему хобби. Как бы ветеран клуба, энтузиаст, фанат этого дела. Постоянно участвует в республиканских соревнованиях. Да, был чемпионом республики. Вот. Ну, то есть... Есть какие-то спортивные разряды вот у самых опытных гонщиков? Ну, у нас, допустим, сейчас лидер клуба – это Сапрыкин Алексей. Вот что можно об Алексее сказать? Он ко мне в клуб пришел, значит, ему было 14-й год, ему ушел, 13-14 лет, сейчас ему 26 лет. Ну, то есть уже тоже занимается прилично. Он является 7-кратным чемпионом республики Саха-Якутия. Также у него есть неплохие показатели, когда мы выезжали московский регион, у него там 3/3 места. И также неплохо он выступал в Уральском федеральном округе. Там у него лучший результат был 4-й на Кубке Урала. А как мы знаем, Урал является как бы сейчас у нас лидером по мотокроссу. То есть там спортсмены очень сильные сейчас. Вот. Хорошо, что есть такие спортсмены, как Сапрыкин, Токарев. Ну, собственно, они сейчас вот и являются лидерами этого да, заезда. Да, они сейчас, Сапрыкин показывают нас... очень красивые элементы, да, в воздухе. Сапрыкин у нас идет под номером 80, Токарев номер 1.
Вот как раз у нас идет, вот он где. Алексей Сапрыкин проехал в желтой форме, он в желтой экипировке. Ну, один из зрелищных элементов в мотокроссе, это, конечно, вот прыжки на большие расстояния и достаточную высоту. Ну, вот наш мотодром какие позволяет параметры достигать при совершении? Вот, ну, дело в том, что вот сейчас телезрители у нас видят, что когда снимки идут сверху, то видно, что часть мототрассы у нас находится еще под водой. У нас сейчас наиболее возвышенно. Вот сейчас мы видим, вот видно, вдали небольшое вода. У нас там тоже трасса. Паводок. Когда вода сойдет, она сойдет буквально вот в середине уже июня, там она сойдет. Трасса будет уже вся задействована. Сейчас у нас идет соревнование в формате суперкросса. Она этим соответствует нормативам. Потому что трасса сжатая, элементы насыщенные. Вот как бы скоростные участки мы как бы не задействуем, потому что у нас самые скоростные участки находятся в нижней части трассы. Которые сейчас недоступны. Значит, элементы у нас все соответствуют согласно правилам соревнований по мотокроссу. Все сделано с расчетом на безопасность. Вот этот у нас финишный прыжок. Здесь прыжок где-то ориентировочно 25-27 метров, когда полностью трасса задействована. Самый дальний прыжок у нас сейчас не задействован, там 30 и более метров полет получается. Ну, это уже прыгают уже подготовленные спортсмены. В высоту примерно 4-5 метров поднимаются, когда максимальная скорость. Вот у нас Алексей проехал, лидер прошел. Четвертый номер у нас Позеряденко проехал. Вот с точки зрения скоростного режима, какие рекомендации даются спортсменам по прыжкам? Важно выше прыгнуть или дальше улететь? Техника мотокросса сейчас очень сложная. Если раньше считалось, что там вот высоко прыгнул, дальше пролетел, то это все вот все чемпион. Такого сейчас нет. Так. Сейчас много элементов. Надо прыжки выполнять с таким расчетом, чтобы убирать фазу полета, раньше приземлиться и раньше открыть газ тогда, чтобы меньше в воздухе лететь. Для этого не факт, что в воздухе максимальная скорость. Получается, когда вы вылетаете высоко, фаза полета большая, у вас ускорения нет. Когда вы приземляетесь, открываете газ, пока спортсмен, который зависает в воздухе, он проигрывает, который раньше садится. Вот поэтому тут у нас Алексей Сапрыкин показывает несколько заломов мотоцикла на трамплинах. Очень зрелищно, видно, красиво выглядит. То есть эти виды, ну, есть как бы залом есть, который уменьшает фазу полета. А есть еще такой технический термин, как скраб. Скраб выполняется, убирается фаза полета тоже. То есть мотоцикл раньше вылетает как бы из трамплина. Не с самого козырька, с середины трамплина он вылетает, прописывает зону приземления и приземляется. Вот видите, сейчас высокий трамплин. Да, но здесь вот высокий, это финиш. Если бы тут выступали, допустим, спортсмены, там, мастера спорта международного класса, то у них бы, я думаю, что фаза полета была поменьше. Но это очень сложно сделать. Нужно очень много трудиться, чтобы выполнять такие элементы. Вот сейчас вот Алексей идет у нас. Вот он чуть-чуть подломило, но это небольшой подлом. Вот еще он идет, Алексей тоже как раз попал у нас. Так, это у нас Зереденко тут проехал. Так, значит, это мы сейчас в основном сейчас остановились на классе 500. Как мы знаем, в этой кубатуре у нас в этом заезде участвует еще класс 125. Значит, в этом классе у нас явный лидер. Это Устимов Никита, ученик школы 26. На втором месте идет Королевский Леонид, тоже самое. Тоже 26-я школа. И на третьем Деев Александр, работник РССУ. Значит, Устимов Никита у нас, он такой уже конкретный лидер, хотя по возрасту ему еще 15 лет. Вот. Но вот это Сапрыкин у нас проезжает поворот. Что можно про Никиту сказать? Очень трудолюбивый спортсмен, старательный, двукратный
серебряный призер чемпионата Якутии. Надеемся, что если в этом году все сложится, мы будем участвовать в чемпионате Якутии. Я думаю, что может даже выиграть. Мы на это надеемся. Ну, как гонка сложится, какой уровень спортсменов там будут участвовать. Вот он как раз прошел у нас, Устимов Никита, стартовый номер 3 у него. Так, беглым взглядом видно, что спортсмены секции находятся в хорошей физической форме. Да, да. А здесь, если спортивной формы нету, физически не готовы, лучше тогда вообще не выезжать, чтобы не травмироваться. Поэтому у них очень большой объем как общей физической подготовки, так и специальной. Насколько мне известно, вы даже применяете специально сделанные тренажеры. Они, может быть, самодельные, которые позволяют отрабатывать вот какие-то элементы. Это я их на трассе. Вот эти тренажеры сделаны по технологии еще. Готовилась сборная Советского Союза. На таких тренажерах готовился, допустим, Геннадий Моисеев, трехкратный чемпион мира. Вот. Много спортсменов. Периодически мы видим прохождение так называемой волны. Так, это у нас Борисов. Ребята говорят, что это один из тоже сложных элементов, который вот сильно изматывает. Да. А какие рекомендации, какая вообще техника прохождения? Суть в чем заключается здесь? Вот это волна. Мотоциклы тут мощность у них вот 500 кубовых мотоциклов, класс, допустим, 450 здесь, да? Да, вот, у например. Них мощность по 60 лошадиных сил. Mm-hmm. То есть там такая мощность, что нужно уметь совладать. Как некоторые малолитражные автомобили. Да, а вот эти вот мобулы, вот эти, тут надо держать очень высокую скорость. То есть там нужно ехать или медленно, или очень быстро. Средней скорости. Если средний поедешь, то тебя просто выкинет оттуда mm-hmm. эта трасса. То есть либо ты летишь над этими над этой волной и фактически касаясь только колесами верхушек, таким образом сохраняешь скорость. Идеально техника езды, она заключается здесь, как нужно разогнать мотоцикл перед волной, так, сделать оттяжку и плотно его как бы обжать ногами. И стараться в оттяжке на заднем колесе, касаясь только верхушек, пройти. Вот у нас Сапрыкин показал, да, вот залом небольшой. Залом. Да, да, да. То есть получается, заламывая мотоцикл, можно как бы прижиматься к земле, да? Он, то есть вот не взлетать. Залом мотоцикла у нас служит для укорачивания зоны полета. То есть когда он заламывает, получается парусность у мотоцикла. И часть. Дальность полета уменьшается. Он как раз получается приземляться в приемник. Вот. Вот для этого есть. А, допустим, элемент скраб такой есть. Технический такой элемент. Ну, этого элемента мы здесь не видели. Оба. Это у нас упал. Так, вот серьезное падение. Ну, тоже не рассчитал скорость. Он, видимо, набрал очень высокую скорость. И не справился с управлением. И получается, не справился с управлением. Вырвало руль у него из рук, поэтому упал. Ну, спортсмен встал. Мотоцикл сейчас посмотрит, потому что как сейчас заведет, я думаю, продолжит. В плане безопасности такие падения видно, что особых травм не приносят при средней тяжести падения. Видимо, используется какая-то защитная униформа, щитки. Значит, есть, наверное, какие-то стандарты, обязательства. Дело в том, что для данного вида спорта требования очень серьезные. Там специальные мотоботы усиленные, мощные, чтобы нога не травмировалась. Защита коленей, новые буквально вот наколенники, там новые системы, там шарнирные, все сделано. Все, часть современная, конечно, сделана все из карбона, но они очень дорогие. Приходится для того, чтобы сохранить здоровье, вкладываться, покупать. Вот в этом году мы закупили 10 комплектов новых мотоформы. Я думаю, это очень большое дело сделали в плане техники безопасности. Меньше будет травматизм, ошибок меньше. Гонка продолжается. Насколько я вижу, лидеры все те же. Да, Сапрыкин, лидеры все Токарев. Те же. Лидирует Сапрыкин Алексей.
Токарев Алексей на втором месте, а Зериденко Андрей на третьем. Ну, в принципе, мы так примерно и рассчитывали. Сколько длится заезд в крупных кубатурах? Ну, на каждых соревнованиях он как бы по-разному. Там, допустим, на чемпионатах России там 25 минут плюс 2 круга. Ну, мы, так как у нас тут на сегодняшний день еще уровень сильно такой, готовности нет, там на 100%, может, готовы там на 80%. Поэтому мы чуть убрали, чтобы ребят не травмировать, вот, чтобы большой фазы утомления не было. Поэтому у них где-то получается 18 минут плюс 2 круга. Где-то ориентировочно около 20 минут заезд идет. Вот уже финиш. Финиш. Это у нас флаг. Расцветка в шахматном порядке такая сделана. Расскажи, как трасса, как впечатления и что было самое сложное? Трасса хорошая, мягкая, как бы подготовленная. Но самое сложное — это качка, руки выбивает на ней. Твой результат как? Мой результат нормальный, после травмы падения год восстановился. Более-менее сейчас нормально. А как давно занимаешься этим видом спорта и почему его выбрал? Ну, занимаюсь 7-й год. Выбрал, потому что как бы можно выплеснуть адреналин, типа порисковать. А в других видах спорта для меня такого не находилось. А как сегодня оцениваешь свой результат и что было для тебя самым сложным? Ну, результат вполне неплохой. В своей кубатуре первое место. Самое трудное, наверное, было это вон качка и 4 кучи. Все остальное было, в принципе, нормально. А как давно занимаетесь этим видом спорта и что вас в нем привлекает? Занимаюсь с 93-го года. Ну, привлекает то, что экстрим, адреналин, ну и закалка, соответственно, идет тут совсем другая, где можно рискнуть, ну, так же и в жизни, в принципе. Как трасса сегодня, как соперники? Трасса идеальная. Суперкросс. Соперники, ну, молодежь давит. Уже как бы возраст подходит. Как сегодня свой результат оцениваете? Плохо. Плохо, потому что надо заниматься в 3 раза еще сильнее, чтобы хотя бы с молодежью быть наравне. Вот Алексей Токарев не стал лукавить. А сейчас мы смотрим церемонию закрытия мероприятия. К участникам обращается Георгий Петрович Юст. И через несколько минут мы посмотрим церемонию награждения. Вы сегодня показали мастерство, которое достойно восторга. Спасибо вам за это. Ну и я хотел бы тоже сказать еще слова благодарности Сергею Владимировичу Спицыну, потому что он находит время не просто формально подойти к этому учебно-тренировочному занятию, к проведению соревнований, а он со всей душой отдается развитию этого вида спорта. Ну и как налицо ваше мастерство, как налицо хорошие результаты в чемпионатах республики. Постоянные чемпионы, призеры чемпионата республики и, естественно, хорошие результаты на всероссийские соревнования. Спасибо вам. Ну а сейчас... Ну, следует отметить, что мы показали только 2 первых заезда, всего же было выполнено 6 заездов, то есть по 3 в каждой из этих кубатур, и уже результат был выведен, был определен по результатам всех заездов. Да, это уже... Там определяется победитель у нас по какой схеме. Проводятся 3 заезда, плюсуются результаты 2 лучших заездов, 1 заезд как бы аннулируется. И кто набрал меньшее количество очков, тот и побеждает. Сейчас мы видим церемонию награждения ребят класса 65, поступавших в классе 65 кубических сантиметров. На 3-ю ступень пьедестала у нас зашел Роман Козлов. Да, это у нас спортсмен новичок, занимается, да, 26-я год. Школа. Мы видели, что он довольно неплохо держался на трассе. 2-е место у нас берет Данил Верхотуров.
школа номер 8 получает соответствующие награды. Так, и сейчас у нас победителя определят в этой кубатуре. Вот идет победитель. Это у нас Дроздов Данил. Дроздов Данил, также учащийся 8 школы. Получает медаль за первое место. Видно, что он моложе их, поменьше ростика. Ну, занимается уже 3 года, поэтому мастерство у него выше, поэтому он как бы без особых проблем разобрался с ними. Вообще, мотоклуб у нас имеет очень большие традиции. Я работаю с 83 года. Подготовлено 4 у нас чемпиона Сибири Дальнего Востока. Более 60 спортсменов чемпионами Якутии стали. 800 спортсменов разрядников подготовлено. Ну, это я за свой период. Ну а Сапрыкин у нас Алексей отличился на Кубке России. В 2008 году он на одном этапе третьим приехал. Вот объявили результаты третьего места в кубатуре. Это 80 класс. 80. Да. Это у нас Вячин Даниил, 8 школа. Тоже довольно серьезный начинающий спортсмен. Ответственно очень относится к своему делу. Ответственно, ну, я бы, в принципе, посоветовал ему еще ответственнее относиться. Угу. Ну, ваше слово как тренера невозможно оспаривать. Второе место у нас заслуженно получает Иван Исаков, школа номер 1. Ну вот, получается, у нас чемпионом стал Гуль Аркадий, 8 школа. Ну вот, они как бы между собой, у них постоянно конкуренция идет между вот, Гулем Аркадием, Исаковым Иваном. И у них так меняется, не то один выиграет, то другой. Ну, это, я считаю, это очень хорошая, полезная конкуренция, ну, безусловно, которая не дает в спорте застаиваться, и каждого толкает как бы вперед на повышение своих результатов. Сейчас начинается церемония награждения участников крупных кубатур. Да, это класс 125. Второй заезд. Класс 125, третье место у нас Деев Александр, работник РССУ. Да, Александр Деев тоже довольно-таки уверен, держался на трассе. Не случайно такой хороший результат. Медаль за второе место присуждается учащемуся школы номер 26 Леониду Королевскому. Тоже, наверное, уже несколько лет как минимум, да, он занимается у вас. Тоже. Неоднократный призер. Лет 5 или 6 тоже. Ну, они примерно с Устимовым одинаково занимаются. И вот Никита Устимов занимает место, да, на Устимов, верхней ступени Устимов пьедестала. Ко мне в клуб пришел в 9 лет. Был вообще, ну, небольшой, ну, ребенок, можно сказать. Он на моих глазах вот вырос, сформировался как спортсмен. Ну, 26-я школа наряду с 8-й поставляет будущих спортсменов, мотокроссменов. Надеемся, что кто-то из них займет профессиональную стезю. Это наше будущее, вот, мотоспорта Мирнинского. То, что мы раньше награждали, это как бы тоже перспективная молодежь. Но это как бы на подходе уже к взрослой кубатуре. А и вот у нас Дивиденко Андрей. Заходят уже работники, молодые специалисты. В общем-то, все работают в подразделениях компании «Алроса» и в качестве хобби, может быть, почти профессионального занятия, занимаются мотокроссом. Третье место у нас получает награды. За третье место уходит Андрей Озериденко. Работает в автобазе Мирнинского ГОКа. Второе место у нас получает Алексей Токарев, старейший участник соревнований и старейший воспитанник мотоклуба. Ну, это победитель. Сапрыкин Алексей. Алексей Сапрыкин, значит, у которого лидер клуба. Вот за ним ребята тянутся. Не одна медаль, да. Грамоты, призы, кубки от культурно-спортивного комплекса, ну и почет и уважение от руководства КСК. Да,
Я считаю, что благодаря акционерам компании «Алроса», руководству КСК, наш клуб еще как бы на плаву, финансируется, покупается техника, запчасти, вовремя получаем ГСМ. Это как бы нас и поддерживает на высоком уровне. Сейчас вот будет момент вручения поощрительных призов, наград за, я так понимаю, волю к победе. Да, это мы решили наградить. Но как бы они занимаются, пришли в этом году. Вот это Литвинов Никита был награжден. Вот, выступал в классе 80. Он занял 4-е место. Ну и как бы на перспективу. Шемилюк Сергей. Отмечено было, что неплохой результат, 4-е место. Да, да, да. Вот Шемилюк Сергей, он уже во взрослой кубатуре ездил. Тоже 4-м у него. Тоже показал неплохие качества. Ну и традиционно. Ну а сейчас мы произведем закрытие соревнований. Соответственно, вы как главный судья и тренер даете наставления на ближайшие соревнования, которые этим летом еще будут проводиться. Мы же эти соревнования прошли 20 мая. Один из этапов подготовки к республиканским соревнованиям. Призерам и победителям предоставляется право опустить флаг соревнований. Будем продолжать следить за жизнью секции мотоспорта КСК. Мы пожелаем ребятам хороших гонок и хорошей практики этим летом.